Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня покажу вам мод, который добавляет бирку в Minecraft Pocket Edition. Наверное, все знают, что есть бирка есть и на ПК, но для того, чтобы нам сделать эту бирку, точнее призвать, нам понадобится команда, которая пишется вот так. Все, нам написали, что нам дали бирку, с помощью которой мы сможем назвать любого моба. Тапаем этой биркой по мобу и ждем несколько секунд, после чего у нас появляется место, где мы сможем дать ему имя. Давайте напишем, допустим, Дима. У нас вот этот моб у нас будет Дима. Дальше у нас идет уже житель. Так, давайте его также назовем. Назовем его, допустим, Димит. Это, если что, мой друг. Так, все. Нажимаем готово, и все. У нас теперь два друга. Ну, мод очень прикольный. Все, как видите, работает. Можно сказать, этот мод переносит возможность с ПК. Ну, мод все хорошо делает, так сказать. Скачивайте и оцените сами. Ну, на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал.